специально для Кавказ Чес интервью с, ну, с именинником, скажем так. Скажите, пожалуйста, Сагит, сколько лет вы своей жизни вы посвятили шахматам и какое, на каком месте они у вас находятся в жизни? Да, это 30 лет было у меня, когда научился играть. Да. Да, после я занимался сейчас. Постоянно занимался, журналы покупал, книги покупал. И по ночам сидел, и днем сидел, занимался. Ну, соревнования ходил, ездил. А как получилось, что именно в 30 лет вы стали заниматься шахматами, а не раньше? Я на север вербовку поехал, до этого я шахматы не видел. А там меня научили, в Мурманской области. Я там металлургом работал 17 лет. Как интересно. А какую часть вашей жизни занимают? Вот на каком месте шахматы в вашей жизни? Да, шахматы почти на первом месте. Почти на первом месте. Я постоянно шахматами увлекаюсь. А что вам дало это в жизни? Вот как, когда вы стали начали играть в шахматы, вот как-то изменилась ваша жизнь? Вот, начиная с 30 конечно, лет. Вообще шахматы. Расскажите, она такая игра честная. Там, короче, обмана нету. Вообще человека она воспитывает шахматы к лучшей стороне. Человек становится человечным как-то лучше. Да любого человека он воспитывает шахматы. А если бы не было, если бы не играли в шахматы, то чем бы занимались? Не понял. Если бы шахмат не было в своей жизни, чем бы вы занимались? Я не знаю тогда, чем я занимался. Но сейчас, шахматы, благодаря шахматам, ваша жизнь вот, наполненная, да, вот как вы считаете, именно шахматами? Да, вообще шахматы нет, это скука такая. Дома я не сижу, я постоянно ездил, вот, сейчас я на пенсии. Постоянно играю в городе. Хотелось бы закончить интервью наше краткое. Что бы вы пожелали нашим вот шахматистам, в частности Северного Кавказа и вообще вот читателям Кавказ Чес? Да всего хорошего, чтобы хорошо играли, хорошо учились. Шахматы, вот, чтобы играть в шахматы хорошо, надо его любить. И заниматься. Короче, очень много заниматься надо. Шахматы настолько сложные, его никогда до конца не изучишь. Поэтому регулярно заниматься надо. Если есть время, обязательно. Очень много времени надо отдавать, чтобы к шахматам что-то достичь. Да, вот сейчас прозвучал главный секрет успеха мастерства в шахматах Сагита Бичиковича. Мы тоже, в свою очередь, поздравляем вас и желаем вам всего хорошего и дальнейших успехов. И вы постоянно совершенствуетесь. Спасибо. И каждый раз вы все лучше и лучше показываете результаты. Спасибо. И чтобы на этом не останавливались. Мы очень многие хотят видеть вас на различных турнирах. И вы и так как бы постоянно присутствуете. Но, в общем, мы будем очень рады. Я сейчас близ такие короткие времена. Плохо уже возраст, не хватает время. А если классика, я хорошо играю. Если полтора часа, там два часа в партии, я там вообще хорошие результаты показываю. А тут времени мало. Хорошо. Спасибо большое. Да. Успехов вам. Да. До свидания.